Кусочек Турции в Караганде. В шахтерской столице открылся ресторан «Санжак». Теперь жители города смогут отведать изысканные блюда Турции, не выезжая из родного города. К слову, в новом заведении не продают спиртные напитки. Паб будет работать по стандартам халал. Подробности нового ресторана в материале наших журналистов. Мераба Санжак – теперь известный турецкий бренд в Караганде. Ресторан имеет свои филиалы в Атырау и Алматы. Шахтерская столица стала третьим регионом. В будущем заведения такого характера распахнут свои двери в Шымкенте, Актау и Астане. К слову, свое путешествие в Казахстан турецкие братья начали в 1997 году. У нас планы с будущего. Стараемся, работаем, чтобы открывать. Те, которые любят, чтобы тоже правильный образ жизни, чтобы питались у вас. Ресторан уже распахнул свои двери гурманам Караганды. Отведать здесь можно будет аж 1010 наименований турецких блюд. Все продукты для эксклюзивной еды доставляются прямым рейсом из Турции. Хочу, чтобы люди побольше посещали, и чтобы попробовали наши блюда, еда, чтобы убедились в наше обслуживание, сервис. Это уже большой факт, я так думаю. Удобно, быстро и вкусно. Sevgili müşterilerimiz, sizleri bekliyoruz restoranımıza. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Гостей будут сопровождать не только вежливый персонал, но и хорошее настроение и турецкая музыка. В администрации ресторана нас заверили, каждый клиент заведения сможет почувствовать себя как в Турции. Анвар Шаликенов, Бауыржан Алипов, Первый Карагандинский.